О том, как важно бережно относиться к природе, ребята из детского оздоровительного лагеря «Золотая рыбка» знают не понаслышке. Воспитатели и сотрудники библиотеки регулярно проводят беседы, конкурсы рисунков и различные игры на тему экологии. Но праздник в таком формате устроили впервые. Основная цель нашего проекта, конечно, это экологическое просвещение. И чем раньше начинать рассказывать ребятам о том, как нужно любить и беречь природу, тем лучше. Юным любителям природы предстояло пройти увлекательный квест. Четыре библиотеки Ленинского городского округа предложили ребятам отправиться в путешествие по 5 станциям, каждая из которых была посвящена определенному разделу экологии – растениям, животным и правильной сортировке отходов. Мы сегодня делали бабочку. Вот. Здорово, молодец. И старые газеты и ниточки. Потом мы еще угадывали загадки. Смотрели клишки, передохнули и разбирали, куда пластик, куда стекло, куда мусорные отходы, а куда стекло. Ребята с легкостью справлялись с теми заданиями, что предлагали ведущие. Сделать бумажный цветок, смастерить травянчика, угадать животное. Но в сложных вопросах обращались к помощи друга и старшего товарища, который всегда рядом и точно подскажет, как не навредить природе. Конечно, на мероприятии у нас всегда на улице утром. Вечером у нас творческая мастерская. То конкурс рисунков про лето, то конкурс рисунков, как себя вести, правила поведения в природе. Особенно много мы уделяем времени экологии. У нас это всегда очень важно. Дети наши уже за малышами следят, чтобы не ломали кусты, не рвали цветы, не топтали газоны. В этот день энтузиазма у маленького Миши Доника не занимать. Мальчик очень интересуется темой защиты окружающей среды. Летом выезжает с семьей на природу. Родители знают о его любви к растениям и животным и стараются всячески в этом поддерживать. Мне все время мама поддерживает. Как мама тебя поддерживает? Ну, говорит, что вот это будет приятно для природы. Там, это молодец, что ты там занялся этим делом. Теперь можно не сомневаться, что юные участники квеста будут относиться к природе бережно и с любовью. Я люблю природу! Татьяна Брылова, Сабина Ибрагимхалилова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.